Кино на ТВ Рус. Привет, можно с тобой? Да, садись, ты в Москву. Ага, а ты чего в Москву? Я к отцу еду. К отцу? Только я его никогда не видела. Он что, какая-то знаменитость? А что ты так нервничаешь? Хочешь, я с тобой поеду? Нет, нет, я сама справлюсь. Познакомься, пожалуйста, эта милая девушка претендует на место горничной. Как вас зовут? Вероника. Вероника, у вас удивительно знакомые лица. У меня полное ощущение, что я вас где-то видел. Ты у них поработаешь, присмотришься, выждешь момент и скажешь: папочка, я твоя незаконнорожденная доченька, гони мои бабки. Вы кто? Познакомься, это наша новая горничная Вероника. А это наш сын Владимир. Эта девушка разбила мне сердце. А что? Отец мой здесь при чем сейчас? Да при том. Ты понимаешь, что я тебя люблю? Я не могу больше врать. Я не должна была влюбляться в собственного брата. Что мне теперь делать? Евгения Лоза и Владимир Симонов в фильме «Дорогая моя доченька». В воскресенье на ТВ Рус.